Ну, мысль у меня открыть рубрику «Чужие окна» или как-то так назвать. В общем, снимать на камеру вид вечером, да, в окна. Но тут еще нужно найти какое-то такое окно интересное. Что хрен сделаешь? Ну ладно. Пока дневник скучный. Ну пусть он именно такой и будет. Это не самая страшная категория. Главное не врать самому себе, как говорили коммунисты. Ну вот это... В общем, практически нормальная дверь. Только у нормальной двери два запора, вот этого среднего нету. И нормальных дверей балконных две. Ну, это почти нормально. Эх, ладно. Кстати сказать, Стив у нас в Висконсине едет, вот. Проверяем. Да, именно так. Ну вот, ребята. Вам реклама канала Big Rig Travels. Еще одна. Глядите. Америка в прямом эфире.